В 2009-м, когда шуянке Наталье Дрондиной поставили диагноз «рассеянный склероз», девушка еще не осознавала всей серьезности этой болезни. Сначала врачи вообще говорили, что это инсульт. В одночасье произошло нарушение речи, онемела рука. Потом организм постепенно восстановился. Рассеянный склероз – это заболевание, при котором разрушается защитная оболочка нервов. При развитии теряется связь между мозгом и различными частями тела. Наталья считает, что ее недуг стал прогрессировать после родов. Немеют руки, ноги, адские боли в коленях, будто кости ломают наживую, рассказывает девушка. Утром я просыпаюсь, то есть я не могу толком встать, я не могу идти. Я думаю, что нужно свежий воздух. Как раз утром мне надо было вести ребенка в садик. И вот мы вышли на улицу, я боялась спуститься с лестницы, даже вот со ступеньки. Я держалась за ребенка и также за перилы. Мы вышли на улицу, а я идти не могу, просто не могу. У меня ноги не шевелятся, то есть они ватные, я их не чувствую, как будто я безногая. Вот, и то есть в концовке мы вернулись домой, мы просто не пошли. Вызвала скорую. После последнего приступа нога восстановилась, а вот рука нет. Рассеянный склероз неизлечим, но его развитие вполне можно остановить. В столичном центре имени Пирогова Натальи готовы провести трансплантацию стволовых клеток. Мне одобрили, то есть они меня готовы взять на лечение. Они меня еще хотели в 17 году, но у меня просто, ну, морально, даже денежно, финансово нет у меня возможности такие. То есть я спросила, сколько стоит это лечение, говорит, 1,5 миллиона мне сказали. Я просто тогда заревела спокойно, я просто не знаю, что делать. То есть я говорю, не снимайте меня со списка, я на следующий год, говорю, перезапишите меня. Они сказали, хорошо, мы тебя перезапишем, и записали меня на 24 октября на 2018 год. Вот все-таки я собралась силами, я сделала группу в интернете, я также сделала сама лично сбор, потому что помочь просто некому. Наталье нет и 30. Она одна воспитывает 5-летнего сына. Положиться, кроме себя, не на кого. Мама инвалид, ей самой нужен уход. Девушка признается, что каждый вечер боится засыпать. Ведь в любое утро враг, который поселился в ее теле, может принять судьбоносное решение. И молодая мама просто не встанет с кровати, не сможет пошевелить руками и ногами, не сможет даже объяснить маленькому сыну, что с ней происходит из-за отсутствия речи. По крайней мере, не будет у меня обострения, не будет у меня ухудшений никаких, только будет лучше. То есть очаги в голове, они не будут увеличиваться, там становиться больше. То есть не будет новых очагов, оно будет, то есть, на месте стоять. На лечение и реабилитацию Наталье нужно порядка 2 миллиона рублей. Собирать она начала с декабря. Ходит по шуйским организациям, просит установить там свои копилки. В соцсетях есть группа поддержки. Но пока средств на счет девушки поступило совсем мало. С декабря, если и до октября 2018 года, это получается почти 6 тысяч. Надо мне собирать ежедневно. Ежедневно. То есть, ну... Это просто нереально, конечно, я понимаю. Но попытка не пытка. То есть буду надеяться на лучшее. Думаю, что люди добрые помогут. Для Натальи, которая одна воспитывает сына и не может работать по понятным причинам, 2 миллиона – сумма неподъемная. Взять ее негде и не у кого. Но девушке очень хочется жить и видеть, как растет ее ребенок. Реквизиты, счеты и контакты вы сейчас видите на своем экране. Небольшой вклад большого количества неравнодушных может спасти человеку жизнь. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново, Шуя.